реализации муниципальной программы городского округа Самара «Повышение безопасности дорожного движения» на 2016-2020 годы одной из главных ее задач является создание условий, снижающих аварийность. В столице губернии постоянно увеличивается площадь магистрали, где наносят разметку, в том числе с применением высокотехнологичных стойких материалов. Вдоль дорог устанавливают ограждения, которые минимизируют риск выхода людей на проезжую часть. Также в Самаре меняют дорожные знаки. В этом году только пешеходных направляющих ограждений было установлено более 8 тысяч метров на 37 участках. Обновлено светофорное регулирование. Оно упорядочивает движение транспорта и пешеходов. Если у нас говорить, что по программе повышения безопасности дорожного движения в городе в этом году было построено 15 светофорных объектов, в рамках КАД субсидии области еще 20, то есть 35 светофорных новых светофорных объектов в этом году на дорогу города построено. Перекресток Среднесадовой и Свободы. Здесь часто случались ДТП. Теперь движение станет регулируемым. Современный светофорный комплекс появился здесь этим летом по рекомендации госавтоинспекции. Работы выполнены по муниципальной программе повышения безопасности дорожного движения. Дело в том, что этот перекресток считался очагом аварийности. Рабочие установили опоры, светофоры, а также дорожное ограждение. Оборудование, естественно, современное. Оно отвечает всем требованиям ГОСТа, которые существуют на сегодняшний момент. Светофоры светодиодные, но срок работы не менее 5 лет. После включения приборов специалисты ежедневно проверяют их работу. Режим светофоров может быть изменен с учетом интенсивности транспортных и пешеходных потоков. Подавляющая часть адресов, на которых вводится светофорное регулирование, это также и участки околоучебных заведений, соцучреждений. Все эти мероприятия позволяют снизить аварийность и повысить безопасность дорожного движения.